Шахматная география была представлена тремя городами – Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда. Игроки выступали в двух возрастных категориях. Юные шахматисты соревновались в парах, в которых выявляли наиболее сообразительного игрока. Для выявления сильнейшего пришлось применить коэффициент Бухгольца. Участнику, имеющему наибольший коэффициент, присуждается победа. В группе А Михаил Смирнов и Семен Суслов набрали одинаковое количество очков, и благодаря коэффициенту Бухгольца первое место занял Михаил Смирнов. В группе Б победителем стала Светлана Селиванова. В будущий шахматный клуб уже спешат взрослые любители. В субботу 15 июля в помещении шахматного клуба в СМПО состоится турнир работников корпорации.